Всем привет! Вы на канале Серого. И в этом видео я хочу показать настоящую природную белую глину. Вот так вот она выглядит. Вот смотрите, какая кучка. Сейчас подойду поближе, покажу. Ну, понятно, что это не чистая глина. То есть здесь очень много примесей, всяких вкраплений. Вот, допустим, кусочек, да, вот здесь много глины. Вот если ее раскрошить, она превращается, вот видите, как мучная. О, мука, прям мука, смотрите. Вот, надо этот кусочек тоже себе положить. В общем, вот так вот выглядит природная белая глина. Вот кусочек прям не хочет растворяться. Эх, о. Вот смотрите, сейчас сфотографирую. Сейчас покажу некоторые кусочки, прям просматриваются, что это порода глина тут. Ну понятно, что это не чистая. Вот видите, какая руки какие мучные. Вот видно, что полоски. И вот тоже видно. Вот так вот. Если ее раскрошить, она как бы в муку превращается. А если намочить эту муку, то она такая липкая становится. В общем, я сейчас ведерочко наберу здесь этой глины. У меня как бы есть белая глина, но я еще хочу взять. Я даже когда-то ездил, вот здесь недалеко есть своего рода завод, который перерабатывает эту белую глину. Вот я ездил там, покупал эту. Ну, я уже чистую, очищенную глину покупал. А здесь... Вот он, наверное, сам завод в 3 километрах от этой кучи находится по переработке белой глины. Поэтому я и уверен на 100%, что это белая глина. Вот, кстати, смотрите, вот видно, да? То есть, вот она мучница. Да, тут присутствуют крапинки это камня. Понятно, что ее надо будет, если вот из этой грязной глины, так сказать, она здесь тощая, получается, в ней много примесей. Ее надо сначала, по-моему, отмучнить, так это называется, в воде растворить, и все крупные частицы осядут вниз. Ну вот она, смотрите, видите, да? То есть вот так вот. Это вот и есть чистый каолин. Белая глина каолиновая. Вот так вот она выглядит на фоне травы. Белоснежная прям, белая-белая. Но это, я еще раз говорю, это не чистая глина, это с примесью. Тут очень много. Рука, вон, смотрите, какая-то. Видите, вся такая мучная, как мука. Давайте еще раз покажу, как она выглядит с близкого расстояния. Сейчас в тени, так сказать. Вот. Видите, сразу мучница. Попробуем раскрошить вот этот кусок. Прям вообще вот в муку превращается. Да, есть, конечно, чувствуются какие-то мелкие вкрапления, вот, допустим, камушки. Вот он. Но это вот похоже те камушки, которые вот здесь вот просматриваются. Поэтому в некоторых кусках больше этих камушков, где-то меньше. Понятно, это что не 100% чистая, так сказать, глина, а с примесью, но 90%, даже больше, здесь глины. Но я потом ради эксперимента попробую ее очистить. Вот. Тоже камушки, которые не давятся. Прям вот на ощупь такая рука, как бы жирная. Вот словно в муке. Мягкая такая, как бы, и скользкая.